Жасмин, спирея, снежные ягоды и другие цветущие кустарники. Во дворе дома номер 127 по улице Аэродромной прибавление в растительном семействе. Большая городская программа по озеленению в этом году подходит к концу. Перед сильными заморозками все посадки должны быть закончены, говорят специалисты спецремстройземельхоз. Уложиться в срок помогает ответственный подход к делу. Сажается всегда с энтузиазмом. Это все какое-то благородное дело. Для детей особенно, на детских площадках. В этом году очень много посадки на детских площадках, на новых детских площадках. Молодые растения сажают каждый год. Однако в этом году особое внимание озеленению новых детских площадок. Большой труд работников по достоинству успели оценить жители ближайших домов. Очень хорошо. От машин не будет, по крайней мере, идти, да, газ всякий. И вообще свежий воздух, кислород, красота и здоровье. Вот если мы не будем сами поддерживать это всего, то это может быть погибнуть, засохнуть. То есть надо обязательно, конечно, следить и стараться тоже самим поддерживать эту красоту. Мы очень довольны, особенно старики. У нас столько лавочек, у нас тут хорошо, очень хорошо. До этого нам все снегде было, а теперь прекрасно. И дети везде отдыхать, они играют. Тут не только наш двор, тут все дома. В этом году в Самаре планируют всего посадить 4000 кустарников и почти 2500 новых деревьев. Анастасия Зубарева, Иван Карпов. События.